купила новую Ниву Travel Salon, и через 1000 километров она у меня уже сломалась. Я привезла ее к дилеру для того, чтобы мне посмотрели, почему горит чек и плюется бензин. И оставила машину у них ровно на сутки. И вот что мне сказали через день. Иди на разбор топливной магистрали. Дефектов не выявили. Все не работает. Выявили не дефектов? Выявили дефектов. Все везде работает. Ну давайте поехали на заправку. Сейчас у нас получается меньше, чем пол бака. В Лада-центре нам сказали, что все в порядке с топливной горловиной. Едем проверять. Итак, момент X. Давайте, делайте все сами. Пятый бензин, да. Вот, во-первых, отщелкивается, хотя не должно. Все-таки не я была балка, получается, да? Да и не я тоже. Плюет и отщелкивает. Соответственно, неисправна система. Давайте сейчас я позвоню специалистам. Давайте я попробую. Так, проблема может быть заправщики, давайте. Вы не полностью нажимаете? Да, не полностью. Так нет, вы полностью нажмите. Мы сейчас проверяем систему вот этого автомобиля. И вот как она плюется, видите? Блин, ну как она и будет плеваться. Потому что это такая конченая тачка? Потому что это горловина у них конченая. А, горловина. Сейчас отправляем официальный запрос по АвтоВАЗ по вашей причине обращения. То, что у вас выплескивается топливо с топливного бака. Ага, мы, короче, просто ждем ответ. Да, мы сейчас ждем ответ. Как только поступит информация, я вам обязательно отзвонюсь. Но я думаю, где-то это в пределах 2-4 дней. В общем, нам теперь нужно будет подождать, пока отправят запрос. Официально, там, на завод Нивы или еще что-то, где уже непосредственно скажут, как быть нам с этой...